Шубомания охватила алма-атинцев. Меховая ярмарка в самом разгаре. Модели представлены на самые разные вкусы и кошелек, самые смелые цвета, эксклюзивный дизайн и заманчивые скидки. В этом убедилась и наш корреспондент Асем Караулова. Синяя норка, малиновый мутон, дымчатая куница, черная каракульча. Модельный ряд ярмарки Шубомания пополнился новыми цветами, фасонами и роскошной пушниной. Красота мехов, разнообразие моделей, диапазон цен. На ярмарке Шубомания удивляет все. Даже названия какие. Баргузинский соболь. Кстати, самый дорогой и шикарный мех. Или королевский рекс. Бюджетный, но очень достойный вариант. Ну а норка не нуждается в представлении. Ее на Шубомании в изобилии. Ведь этот мех самый востребованный в Казахстане. Модели премиум-класса шьются из финской или скандинавской пушнины. Шубки по доступным ценам из российской норки. Мы привезли в этом году новые модели. Это премиум меха, эксклюзивные модели, которые они у нас в единичном, в нескольких, двух-трех только экземплярах. Новинка этого сезона – мутон в необычной обработке керли. Говорят, что в Европе среди молодых и смелых модниц это самая популярная модель шуб. А для тех, кто предпочитает элегантную классику, шикарные пальто из каракульчи. Искушенных горожанок порадуют модели из соболя и куницы. Очень важно и то, что позволить себе эту роскошь могут многие. Приобретая шубу, вы здесь можете взять также в кредит и в рассрочку. Выбирая любой вид товара. Оформляем все товары. Кроме того, на ярмарке Шубомания действуют скидки от 15 до 50%. Есть модели и для мужчин. Расположилась ярмарка Шубомания на пересечении улиц Дастык и Аль-Фараби в торговом центре Риц-Палас. Асем Караулова, Ринат Абулхаиров, Информбюро, Алматы.